Доброго времени суток, дорогие детишки. Какой же шутер без канализации, блин. Не хочу я туда идти внутрь. Тем более, что я в жопе, походу, блин. Ни здоровья, ни патронов, ни хера. Что бы это значило? И чё ты такой живучий-то, парень? Ну вот я и совсем в жопе. Зашибись. Ну естественно, блин. Отлично, блин. Супер. Хитрить, подколотить. Блин. Охеренно, блин. Чё же у вас так здоровья-то много, а? Или я просто не попадаю? Да твою жопу, мать! Так, короче, вы мне надоели. Тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Пошли все нахер. Охеренно, пацаны, вообще! А вас тут не дохерали? Ёпта! Не, их явно убивать всех не надо. Определенно. Да быстрее давай иди, ёпт. Шит! Да ёп! Да пошел нахер! Вы чё, охерели совсем? Вообще нормальный пассаж. Как это они, блин, так сквозь трубы проходят, вообще не нагибаясь. А отсосать не нагибаясь вы не хотите ли, парни, блин? Ёпта! И там еще главное внизу писец их сколько. Дай пройти. Тихо. Да куда тебя несет, блин? Сдолбал. Иди. Иди нахер. Я очень рад, что вы с меня сняли денег за телефон, блин. Но вы конкретно не вовремя. Ну и какого хера, блядь? Может, и не туда? Я что-то не понял сейчас. Бегом! Да, блядь! Сука, меня это бесит, короче, уже. Откровенно. Да иди ты нахер, ёб твою мать. Блин, жалко, что здоровье только на один удар, блин. Я не успел даже посмотреть, куда мне идти. Ну, больше некуда. Что-то я что-то явно не понимаю в этой жизни. Так, ну убить их всех Unreal. Просто Unreal. Иди нахер. Сука! Бля, какого хера? Мудак, ты еще позастревай мне здесь. Да ты сука, ты уродская, блин. Присел, бля, бегом нахер. Твою в жопу мать, блин. Уроды, блин. Какого хера? Что сейчас происходит? Почему, блядь, тут закрыто? О, бля, нихера себе. Зашибись теперь, блин. Просто зашибись, блин. Отличное место просто. 6 уродов давайте поставим, бля. Попробуй добежать, что называется. Почему рядом с полицейской машиной, блин,
патронов не валяется, а? Что это за херня? Что это за херня? Зашибись, чувствую, это не последние мудаки были. И без сейва. Отличная идея. Не-не, пойдем сюда. Иди сюда. Соси. Просто шикарная идея. Блять. Давайте там сейф будет, а? Пожалуйста. Хер меня там во всей морде. Что это еще за звуки? Это уже как-то перебор, не? Вам не кажется, пацаны? Зашибись. Отлично вообще. Ну и где сейф? Я все еще в одном ударе, блин. От тотального трындеца. Кто-нибудь видит сейф? Я не вижу сейф. Я в жопе. Зашибись. Окей. И что? И смысл? Хоть бы обойму какую-нибудь завалящую кинули. Хотя бы от одного мудака избавиться. Нет? Хер мне по всей морде? Я так подумал. Спасибо. Спасибо, пацаны. Совсем ничего? Да ладно, вы гоните. Ну, это уже наглость. Это уже откровенная наглость. Окей, окей. Круто. А вот то, что дубинку с пистолетом можно вместе носить, это, кстати, довольно прикольно. Если у меня когда-нибудь будет полное здоровье и какое-нибудь количество патронов, то будет я, может быть, себя даже неплохо довольно буду чувствовать. Отлично вообще, сейчас спать ничего не вижу. Ах, мать моя. Блять, да ты пидорас! Ну зашибись теперь. Да, отличная идея, блин. Пробиться без здоровья, без патронов, блядь, через херову кучу мудаков, блин. И потом узнать, блин, что у меня, короче, оказывается, во-первых, нет сейвов, а во-вторых, все-таки есть две обоймы. Это, блядь, это 5, это шикарно, да. Где этот мудак? Перезарядка, блядь, бегом. Сука ты мудацкая, блядь. Окей. Окей. Шикарно, блядь. Просто шикарно, вообще отлично. Мудаки, блин. Хочется просто взять и уебать сейчас кому-нибудь. И шприц еще. Бегом, блин. Чтобы со здоровьем было как-то получше. Блин, я из-за этой дубинки посреди экрана ни хера не вижу. Кстати, а нож нельзя таким образом? А, можно, посмотри. Отлично. Так лучше будет. А то реально полэкран закрывает, падла. Так. Отлично. Да, зашибись. Где я вообще, хер его знает? Что я здесь делаю, я не знаю. Блин, вот же главные гады. И поставили прямо урода, прямо перед сейвом, блин. Мудачьё. Дерзкое. Дерзкое. И чё? Ничего?
крупная. Точнее, что-то есть. Что-то есть. Ну, шприца, как всегда, нет. Ошибись. Окей. Окей. Что-то мне не нравится это все. Почему бы это? Так. Джефф, welcome to the team. I'm sure your supervisor has already gone over the basics. But here's a few things you want to know. The cave is wet, cold and filled with puddles. Watch your step. Так, перерыв на сигарет каждые 2 часа. Прораб дебил, окей. Код к секции D. А какой код к секции D? Ты будешь зад-назад бегать, надо запомнить. Код 279. Спасибо. Надо было сразу с этого начинать. А, последний номер в чернилах не прочитать. Окей. Ну ладно, один номер-то мы подберем. Так, 279 и что-то там. Окей. Окей. Что бы это значило? Во-первых, надо вмазаться по любасу. Оп, у меня сразу стало легче жить, чутка. Отлично. Так, а подпалить, каким образом я могу подпалить? Я вижу, что масло, да, или что это? Дизель. Бензин, наверное, тупо. Как его подпалить-то? Искры не высекаются, нет? Или мне нужно какую-нибудь зажигалку там найти из серии? Окей, ладно, пока оставим. Блин, странная бочка. Я хоть не как инвалид бегаю теперь, это радует, честно говоря. Аж сохраниться хочется на этой радостной ноте. Какая прелесть, правда? Construction site. Блин, эти долбанные канализации крови мои попили, блин, конечно, я могу сказать, изрядно. Ёптить. Так, 279. Нет. 279. Нет. 279. Нет. Да ладно. Да вы гоните. Спасибо. 2798. Окей. Окей. Да почему ты жив-то еще? What the fuck вообще? Парень, ты что, охерел совсем? Это что было вообще такое? Я что-то не понял вообще. Сейчас. Что ты такой живущий до хера? Родное сердце. Хорошо, что сохраниться решил, блин. 2798. 8? Да. Ну иди сюда. Так бы сразу, блин. Ебта. Козел, блин. Тут патронов кучу потратил на него. Ладно, хер с ним. Блин. Что-то после андайнга я все пытаюсь на альт перезарядиться. Отлично, я ни херашеньки не вижу сейчас. А тебя я видел, паскуда. Ну так лучше будет, наверное. Какие вы предсказуемые. О, что это? О-о-о. Да мне никак скоро шотган дадут. Это весьма приятно, я могу сказать. Фур-фур, ну-ка дайте мне шотган. И чё дальше-то? Ага. Нормально вообще, с двух выстрелов слег.
И это тоже двух выстрелов слег. Еще есть кто-нибудь? А? Сука, кто еще хочет комиссарского тела? О, зажигалка. Парень, а что-то у тебя с головой как-то... Курт, ты ли это? Шарман, Монами. 5 патронов влезает в обойму, да? Окей. Окей. Но потом, чуть попозже. Но спасибо, спасибо, пацаны. Я доволен. Ох. Хоть какая-то реабилитация игры после этих долбанных канализаций. Что не может не радовать. Ну, сейчас вам трындец всем. Интересно, с одного выстрела в бошку они складываться будут? Вот бы узнать. Так, нихера вас дохера тут. Пошли-ка вы в жопу все. Делать больше нехер, кроме как вас убивать тут. Лохи. Окей, окей. Так, как бы тебя так... Вот так. Сюверки. Вот. Зачем мне сюверки опять? Хм. Интересно. К чему бы это? Тихо. Тихо, тихо, тихо. Откуда я там пришел? Слышь? Дорогу не загораживай, мудила. Оп. А вы классные пацаны. Что я загрузил так что? Ничего. Шикарно вообще, просто шикарно. Окей. Что-то меня терзает смутные подозрения, что следует потратить... патроны для шотгана. Ибо это уже наглость. Если уж даже во время сейва не ставится пауза, то извините меня. Это как-то переборчик. Так, в каком этапе они там появились? Я что-то забыл уже. А, ну да, по-моему, сразу за дверью. Ну, посмотрим, сколько патронов они требуют. Окей, больше, чем 2, зашибись. Шикарно. Просто шикарно. Вы классные парни. Окей, окей. Что там мне надо было сделать там? А, ну да. Ну да, ну да. Так, а еще где-то один должен быть. Куда-то... А, у сейва, да. У сейва. В лучших традициях жанра. Жанра. Молодцы, блин, зашибись, красавцы. Да ладно, все, слышь, дай стране угля. Так, ну что ж, осталось только одного мудака добить. В какую сторону там был выход? Сюда, что ли? Привет. Хватит ходить зигзагами, урод. Ну, козел, а. Да ладно, ты гонишь. Сейчас я по всей морде. Пошел в жопу, блин, мудила. Ненависть, ярость, все такое. Собственно, умрите в огне ее, моей ненависти. Ну, а на сегодня все. Ставьте лайк эти видео, оставляйте ваш фидбэк нашей книге для жалоб и предложений. Чувствую, дальше еще тая.
Та еще ненависть будет далее такими темпами. Сколько у меня патронов осталось? 2. Отлично. Супер вообще. Подписывайтесь на канал. До новых встреч в эфире. За что ж такое-то, граждане?